прямом эфире каждую пятницу. Знающие люди. У вас есть вопрос? Мы нашли того, кто даст ответ. Что изменилось в регламенте получения загранпаспорта для россиян? Каковы новые правила уведомления о наличии или отказе от второго гражданства? Как получить вид на жительство в России или стать полноправным гражданином страны? Что нужно для того, чтобы узаконить статус временного переселенца? О тонкостях и нововведениях в миграционном законодательстве поговорим в прямом эфире в программе «Знающие люди». Тема «Вид на жительство, паспорт, гражданство». С какими проблемами вы сталкивались? На ваши вопросы ответит начальник управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Белгородской области Сергей Нерубенко. Вопросы оставляйте на сайте уже сейчас. Звоните в прямой эфир в пятницу в 20:00.